Продолжаем выпуск. Пенсионеры и ветераны Северного Казахстана поддерживают политику главы государства. В преддверии празднования Дня первого президента страны представители старшего поколения вспоминают, как под руководством Нурсултана Назарбаева наша независимая страна укреплялась на мировой арене. Подробности у Гульнары Кали. Успешное развитие Казахстана представители старшего поколения связывают с личностью главы государства. Самое главное в стране мир и стабильность. Ветераны помнят, как было тяжело на первых этапах обретения независимости. Частенько вспоминаю, в начале 90-х годов я работал, допустим, акимом района. Утром приходил на работу, вот 95-96 года. До того было экономически трудное положение в государстве. Мы, вот аким района, сидели, делили пенсию. Говорили, этот человек 3 месяца тому назад получал, ему не дадим на этот раз. Давайте дадим тому, кто 5-6 месяцев не получал. Вот такие были трудности. Мы все это пережили. А пережили, потому что царит в нашем государстве под руководством Нурсултана Абишевича Назарбаева, я думаю, чисто мир и покой. Ждут с нетерпением ветераны, а в нашей области их более 98 тысяч человек, очередного послания главы государства. Стратегический документ необходим в условиях новой экономической политики, говорит зампредседателя областного совета ветеранов Анатолий Корабельников. Мы в ожидании, поскольку ветеранскую общественность очень беспокоит ситуация, которая складывается, и связана она с ростом коммунальных цен на коммунальные услуги, тарифов на электроэнергию. Исходя из заявлений президента, меры будут приняты, что не отразится, может быть, так резко вот этот общий экономический спад мировой на нашей категории населения. Представители старшего поколения стараются быть полезными соотечественникам, участвуют в общественных делах, передают опыт молодому поколению. В области действует 750 первичных ветеранских организаций. Кстати, одна из самых лучших в регионе находится в Новомихайловском сельском округе Мамлютского района. В этом году они делились опытом работы с коллегами из других областей Казахстана на выездном заседании Президиума Совета ветеранов. Гульнара Кали, Тимур Ахматуллин, новости МТРК.